Витископ. Прервалась 9-матчевая победная серия Портленда. Многие считают, что Портленд одна из самых сильных команд на Западе, что как бы теоретически подтверждает эта серия. Но если копнуть глубже, то мы видим, что победы, которые были одержаны этой командой, в основном над командами Восточной конференции, либо над слабыми командами Западной. В частности, дважды был обыгран Денвер, который тогда еще хромал на обе ноги. Дважды был обыгран Шарлотт, который вообще провалил старт. Была обыграна Филадельфия, Чикаго без Роуза, Газоля и Хандриха. Поэтому как бы из 9 соперников, пожалуй, только Нью-Орлеан можно отнести, и то с натяжкой, к топовым командам. Поэтому та серия, она как бы нам ни о чем конкретно по поводу Портленда не говорит, и у них основные испытания еще впереди. Витископ. Спортивное видео.